59, скажите, меня слышно? Все, спасибо, ждем еще несколько секунд. И в 11 часов давайте начинать. Итак, меня зовут Юлия Пакидова, я являюсь менеджером по развитию бизнеса в отделе информационной безопасности в компании «Системный софт». И тема сегодняшнего вебинара – система управления осведомленностью пользователей Fishman. Я расскажу о том, как обучение сотрудников основам информационной безопасности позволяет снизить риски, о предпосылках создания такого решения и о структуре и архитектуре решения. Вы можете в процессе вебинара задавать свои вопросы, а мы в конце обязательно на все вопросы ответим, все обсудим. Так, поехали. Сначала ответим на вопрос, зачем вообще необходимо обучение. То есть работа по обеспечению информационной безопасности, как показывает практика, не может и не должна отдаваться полностью на откуп технических решений, поскольку именно люди становятся основными источниками киберпроблем. И на людях же, будь то специалисты по информационной безопасности или рядовые сотрудники, лежит ответственность за профилактику и за устранение этих инцидентов. Требования законодательства также диктуют необходимость поддержания высокого уровня грамотности в области информационной безопасности у всех сотрудников, которые работают с данными. Это и стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организации банковской системы, и 187-й федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, и 152-й ФЗ о защите персональных данных. И необходимость повышения осведомленности сотрудников в области ИБ также диктуется достигнутым уровнем зрелости в организации. То есть, ну, если совсем просто сказать, когда бизнес-процессы в компании организованы не на коленке, а по процедурам. Когда сотрудник знает базовые требования информационной безопасности, он перестает быть слабым звеном в организации, а бизнес-процессы, соответственно, ускоряются и растет их качественный уровень. Актуальность угроз в области информационной безопасности в больших организациях, она ежедневная, и снизить ее можно в том числе и через обучение сотрудников. Ну и, соответственно, затраты на устранение последствий инцидентов в области информационной безопасности будут стремиться к нулю. Немного статистики. 90% инцидентов в области информационной безопасности внутри организации связано с человеческим фактором, то есть с незнанием пользователями простейших основ работы с конфиденциальной информацией. То есть в современных реалиях растет у нас количество уровней защиты, системы безопасности, их техническая реализация продолжает совершенствоваться, развиваться, а рядовые пользователи у нас остаются в большинстве своем на том же уровне осведомленности в области безопасности и работы с конфиденциальной информацией. То есть сотрудники думают, что раз есть антивирус, раз есть фаервол, то вся информация защищена. Пароли по-прежнему пишутся на бумажках, если в организации есть требования к сложным паролям. А у пользователей отсутствуют общие знания об атаках, они не знают, как определить атаку. Они не могут защитить себя от кражи личных данных, не знают, как контролировать доступ других пользователей к их компьютерам и данным. А по результатам пилотных проектов Fishman от 30 до 82% сотрудников не знают, как противодействовать атакам с использованием методов социальной инженерии, о которой мы чуть позднее поговорим. А до 90% пользователей, опять же по результатам пилотов, открывают все вложения, которые им приходят на почту, то есть поддаются фишингу, а между тем 2/3 всех атак относятся к фишинговым. Примеры. Вот ярчайший пример. 80% сотрудников Сбербанка открыли фишинговое письмо, которое якобы пришло от Германа Грефа. И после этого служба кибербезопасности банка разработала и запустила антифишинговую флеш-игру. То есть сотрудники без отрыва от производства буквально за 2 часа научились опознавать признаки фишинга и не попадаться на провокации. По отчетам группы IB в 2018 году ежедневное количество успешных фишинговых атак в России выросло до 1274. А с помощью веб-фишинга был похищен 251 миллион рублей. Ну, можно вспомнить и другие ярчайшие примеры, такие как шифровальщик WannaCry проник в Мегафон и в МВД.
в 2017 году. Ну, а вы сами представляете, какой уровень защищенности с точки зрения информационной безопасности в этих организациях. Предпосылки создания системы. Итак, организация у нас стала зрелой, бизнес-процесс регламентирован. Есть понимание того, что грамотность сотрудников необходимо повышать. Соответственно, несмотря на то, что процедуры обучения обычно лежат у нас в зоне ответственности кадровых служб, корпоративных университетов, но ввиду сложности темы, без привлечения отдела информационной безопасности здесь не обойтись. Тут перед безопасником встает весь этот ряд вопросов, которые вы видите на слайде. Нет методик для обучения рядовых пользователей, нет тренеров по информационной безопасности, которые могли бы обучить и проверить уровень знаний, нет инструментов для автоматизации данных процессов, нет стандартов внутри компании, которые бы не усложняли жизнь в этом отношении, а соответствовали бы здравому смыслу. А рядовые пользователи, ну, например, бухгалтерии, кадровые службы, юристы, они слабо осведомлены в информационной безопасности. И инциденты и отчеты от средств защиты информации и информационных систем приходят, но непонятно, что с этой информацией делать. Вот, например, в одном из банков, где проводился пилот Фишман, специалисты по безопасности сказали, что при работе DLP-систем, когда у них приходит алерт об инциденте, они вынуждены его посмотреть, написать письмо в корпоративный университет, назначить обучение, проверить результаты. И на все это уходит 80% времени. Как автоматизировать процесс? Как сделать так, чтобы сотрудники не выпадали из бизнес-процессов, если их необходимо параллельно обучить грамотности в области информационной безопасности? Как курсы Фишмана решают сложности обучения? Собственно, вот все эти встающие перед специалистом по информационной безопасности вопросов и решает система Фишман. Она собой представляет Awareness Center и пакет курсов, собственно, по тематике IT и информационной безопасности. Компании, клиенты Фишман предоставляют готовые актуальные обучающие материалы, которые были разработаны при взаимодействии с ведущими вузами и консалтинговыми компаниями. И таким образом не нужно тратить собственные материальные ресурсы на поддержание обучающих подразделений, ну, по крайней мере, в области информационной безопасности. И при этом эффективная система пользователей у вас будет реализована. Ну, кстати, уже более 100 проектов успешно реализованы. А разработчики и сотрудники компании Фишман имеют различные научные степени и сертификаты международного образца, ну, какие вы видите на слайде. Собственно, состав и архитектура системы. Что собой представляет система Фишман? Это стендалон-решение, и оно интегрируется с внутренними информационными системами организации, с Active Directory, с кадровыми системами, с ресурсами службы безопасности, с Learning Management Systems, с WebTuber, например. И зачастую компании важно, чтобы эти данные оставались внутри организации, не передавались в облако. Ну, в общем-то, поэтому важно еще раз отметить, что решение стендалон. Решение представляет собой веб-сервер, который устанавливается на сервер или виртуальную машину. И фактически оно из себя представляет два независимых сервера. Система рассылок, о которой мы позже поговорим, и система обучения. Разворачиваются они в виде докер-контейнеров. Как уже говорила, система интегрируется во внутреннюю сеть компании, поддерживает пользователей из Active Directory, деавторизацию, и система предусматривает регулярные автоматические обновления, конфигурации через веб-интерфейс. Система поддерживает пакеты обучения в формате SCORM. В систему можно загружать не только те пакеты, которые идут в комплекте Fishman, но и существующие кастомизированные пакеты, которые уже есть у вас в организации. То есть если у вас есть какие-то курсы уже, возможно, на другие тематики, вы тоже можете подгрузить в систему и настраивать корреляционные правила. Вот про список курсов. Есть стандартный пакет курсов, он идет в поставке с Awareness Center. Немножечко забегу вперед, показать вам этот список курсов. Это 14 курсов. Курсы и тесты. Существует их подробное описание, конечно же, этих курсов. Если будет интерес с вашей стороны,
со всей информацией, с презентацией, с развернутой информацией о решении, конечно же, вышло и описание этих курсов. Немножечко вернемся назад к специализированным курсам. Это те курсы, которые разрабатываются отдельно, специально под заказчика и его требования. Тоже об этом несколько позже расскажу. И игры на тему информационной безопасности. Некоторые из этих игр входят в стандартный пакет. И плюс стоит обязательно сказать о том, что все тесты интерактивные, часть геймифицированная. Как работает система? Вот на таких четырех китах. Значит, на основе поступающих событий инцидентов от информационных систем, таких как Active Directory, DLP, CEM, кадровые системы и другие, проводится поведенческий анализ деятельности пользователя. После чего выявляется, ну, он направляется на специальные курсы, соответствующие выявленной проблематике в его профессиональной деятельности. То есть не обязательно это может быть курс по информационной безопасности. Система обеспечивает полностью автоматизированный процесс и выявление потребностей, и в реализации процесса обучения, и в проверке знаний постоянно ими на основе. Вы самостоятельно можете создавать любые правила, в соответствии с которыми сотрудники будут направляться на обучение. Например, мы из Active Directory получаем информацию о том, что мы выдали мобильные устройства сотрудникам, и надо их отправить на курсы по защите мобильных устройств. Устанавливаем данное правило. Или из кадровой системы мы получаем данные о выходе новых сотрудников на работу и сразу отправляем их на курс по основам информационной безопасности. Из DLP-системы мы можем брать данные о том, что сотруднику необходимо пройти, например, курс защиты конфиденциальной информации. Еще он не понимает, какая информация является конфиденциальной. Ну и периодичность курсов и инцидентов, после которых сотрудники будут отправляться на обучение, вы сами можете назначить. Важно поговорить о собственном антифишинговом модуле Fishman. Рассмотрим принцип работы всей системы на примере антифишингового модуля. Fishman, притворяясь нарушителем, отправляет электронные письма с различными ловушками для сотрудников и оценивает, кто попался, выявляет пользователей по факту получения таких сообщений, и таким образом проводится проверка пользователей. Вы можете сами создать любое фишинговое письмо для рассылки сотрудников и посмотреть, кто отреагирует. Можете создать свой собственный шаблон на любую тематику, или можете использовать те фишинговые письма, которые приходили к вам в организацию и блокировались вашими системами безопасности. При открытии таких ссылок и скачивании вложений из этой рассылки в систему поступает отчет о том, кто и сколько пользователей попалось. Второй пункт – выявление пользователей. В соответствии с упомянутыми выше корреляционными правилами, которые вы сами настраиваете в продукте, проводите выявление пользователей, которых нужно обучить. Как уже говорил, правила могут быть любыми, например, только новые сотрудники, либо сотрудники определенных подразделений, либо все сотрудники. Далее, Fishman высылает пользователю ссылку на обучающий материал по выявленной проблеме, и пользователь отправляется на обучение. И этап контроля. Fishman настраиваем на периодическую отправку писем с ловушкой пользователям, что позволяет отслеживать проблемы с уровнем знаний сотрудников. И своевременно их обучаем, держим в тонусе и не оставляем их слабым звеном. И вот по такому принципу проверка, выявление, обучение и контроль работает вся система. Почему фишинг актуален? Так актуален на сегодняшний день. Ну, он является на сегодняшний день наиболее эффективным методом занести вредонос в сеть или выманить какие-то конфиденциальные данные сотрудников. То есть фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, к логинам, паролям и прочим. То есть мошенники забрасывают наживку и ждут, пока рыбка поймается у нас. Самые распространенные ошибки. Пользователи, не глядя, кликают на адрес в рассылке, или адрес может быть очень похож на настоящий, но в нем идет подмена одной или нескольких букв, а вот рядовые пользователи не вчитываются в эти различия.
В одном письме может содержаться и опасное вложение, и ссылка на опасный сайт, и ссылка на сайт с вводом паролей. Конечно, антивирус может заблокировать открытие каких-то вложений, но если человек самостоятельно расстается со своим паролем или логином, то не существует метода это предотвратить, кроме осведомленности самого человека, самого пользователя. Тут нам информация к размышлению про социальную инженерию. То есть социальная инженерия, она использует для доступа к необходимой информации особенности психологии людей. Жертвой может стать, естественно, сотрудник любой организации. Если речь будет идти о целевой атаке на организацию, то задача по поиску слабого звена, уязвимого сотрудника сильно сегодня облегчает социальные сети. Например, на Фейсбуке или в LinkedIn мы легко можем найти структуру организации, вычислить людей, которые работают в данной организации. И дальше достаточно уже просто понаблюдать за страничками этих людей и их поведением. А типов рассылок, на самом деле, на которые можно поймать рядового пользователя, очень много. Есть шаблоны, нацеленные на жадность. Например, приходит письмо или сообщение о том, что банк в день вашего рождения сделал вам перевод денежной суммы, и вам нужно его подтвердить, зайдя на сайт банка, ну, якобы банка. Или пройти по ссылке в популярный интернет-магазин, авторизоваться там на распродаже. Другие методы ориентированы на страх. Например, рассылка с темами попытки хищения, напоминания о якобы существующих у вас долгах, штрафах и тому подобное. Есть рассылки, которые используют жалость и доверчивость. Ну, например, массово такие уловки употребляют мошенники, когда происходят какие-то массовые грустные события, ну, такие как катастрофы, стихийные бедствия. Там, переведите деньги в помощь жертвам катастроф, перейдя по ссылке, зарегистрируйтесь, спешите сумму со счета. То есть типов рассылок и без того много, но они еще постоянно тиражируются и видоизменяются. В конце концов, можно сыграть на чувстве ответственности человека, то есть что угодно, звонок или письмо из IT-службы приходит с просьбой сбросить или обновить ваш пароль. Письмо от доверенного партнера, который вам говорит, что без вашей помощи не может зайти, например, в B2B-систему, давай я под твоим логином, паролем зайду. И мы, конечно, стараемся ему помочь. То есть в случае с социальной инженерией меры кибербезопасности неэффективны, потому что уязвимости в самом программном обеспечении или техническом обеспечении нет. Проникновение происходит под абсолютно легальными данными пользователей. И вот почему нам нужно и важно учить обычных пользователей. Ну, вернемся к самой системе Phishman. Так выглядит интерфейс портала. Здесь мы видим, что сотрудник видит те курсы, на которые его отправила система. Это могут быть курсы для рядовых сотрудников, либо для специалистов по информационной безопасности. Ну, вот возвращаясь к списку курсов, которые входят в наш базовый пакет, для сотрудников информационной безопасности могут быть актуальными такие курсы, как судебная практика, например, или законодательная база РФ по информационной безопасности. Вот, собственно, на этих слайдах немного продемонстрирован интерфейс курсов, на следующем слайде, да, как это выглядит. Курсы оформлены не просто в виде сухих текстов и тестов, а задействована геймификация, так, чтобы людям любого поколения было интересно, познавательно и достаточно просто обучаться и проходить тесты. Все курсы интерактивные. Также напоминаю о дополнительной возможности оформить кастомизированные курсы в фирменном стиле компании, сделать брендирование и так далее. Такая услуга возможна. Про контроль и отчетность. Ну, для любого руководителя, естественно, важно видеть, как система помогает компании, для чего вообще были вложены деньги. Для этого предусмотрена отчетность, да, то есть различные виды формирования отчетности существуют, которые может создаваться на любом этапе работы системы. В центре осведомленности есть возможность выгрузить отчетность в любом формате, в любом виде, который вы формируете для себя, то есть таблицы, графики, диаграммы, все это можно сортировать по отделам, по фамилиям, по частоте нарушений, по частоте инцидентов. Можно выстраивать графики эффективности обучения там, по сотрудникам, по подразделениям, по организации в целом.
Отчетность можно делать на любом этапе, не обязательно дожидаться, когда все сотрудники у вас обучатся, пройдут тестирование. Ну и тут важно безопаснику, наверное, не превращаться в борца с рядовыми пользователями, потому что вот читала, что одна из организаций, которая является клиентом Фишман, там безопасник даже задавал такой вопрос: ну как так, у нас сначала попадалось 80% пользователей, а теперь только 3%, что мне сделать, чтобы больше сотрудников попадалось? Вот. Но я думаю, что это очень хороший результат на самом деле. Ну и подытожим все преимущества использования Awareness Center. То есть мы рассмотрели главные преимущества как в принципе дистанционного обучения, так и конкретно системы Фишман. Такими преимуществами у нас в первую очередь являются точечное обучение на актуальную для любого конкретного работника тематику, обучение без отрыва от бизнес-процессов. Каждый курс занимает не более получаса. Безусловным преимуществом является наличие собственного антифишингового модуля, который позволяет выявлять и обучать сотрудников на самую актуальную тему в области информационной безопасности. Также система у нас не дает оставлять сотрудников, обучив разово. То есть обычный сотрудник у нас регулярно проверяется, смотрим, не остался ли он у нас слабым звеном. Внедрение Awareness Center. После того, как вы поняли, что работать с пользователями по части грамотности в области информационной безопасности в вашей организации была бы интересна, ну, логичный вопрос, как система внедряется. Как уже говорила, решение стендалон, программный сервер у вас находится полностью внутри организации, приобретается как лицензия на ПО, приобрести можно на 1, 2, 3 года и больше, при этом во время срока использования, естественно, будут доступны все регулярные автоматические обновления и доработки программным продуктом. Также возможно проведение разовых услуг по тестированию сотрудников, то есть проверяется текущий уровень знаний сотрудников вашей организации, а вы дальше уже сами решаете, что с этой информацией вам делать. Как услуга возможно также разработка курсов очного тестирования с учетом специфики вашей организации. Опять же, какой-то кастомизированный курс, ну это отдельная услуга. И вот дальше у нас интересная информация. Акция специально для слушателей нашего вебинара. Если вы приобретаете решение Фишман этой весной в течение 3 месяцев, март, апрель и май, то специально для вашей компании будет разработан специальный индивидуальный курс обучения с учетом потребностей вашей организации, с учетом всех ваших пожеланий к обучению. И вы получаете разработку этого курса в подарок, помимо тех входящих 14 курсов из базового пакета. Если вам интересно такое предложение, поставьте плюсик, дайте знать об этом вебинаре, и мы обязательно с вами свяжемся. Вот, вижу, кому-то уже интересно, Алексей, спасибо. Это компании, которые уже являются клиентами Фишман. То есть десятки крупнейших организаций России уже используют эту систему. Присоединяйтесь к их числу. Так, давайте сейчас посмотрим вопросы, которые у нас есть. Так, плюсики, плюсики, я их все буду собирать. Смотрим на вопросы, если они есть. Так, в ходе рассылки... Александр спрашивает, в ходе рассылки фишинговых писем что именно проверяется? Открытие письма, открытие ссылки, открытие вложенного файла. Все проверяется. И открытие письма, и открытие ссылки, и открытие вложенного файла. Система, так, Алексей спрашивает, интеграция с кадровой системой. Вот хороший вопрос. На самом деле он требует дополнительного уточнения. Сейчас давайте посмотрим, может быть, успеем ответить на этот вопрос в течение вебинара, либо вернемся к нему позже, Алексей, тем более, что вам интересно было бы и курс в подарок получить. Обязательно с вами созвонимся и обсудим этот вопрос. Можем ли мы самостоятельно разрабатывать курсы, тесты без привлечения ваших специалистов?
Конечно, можете. Да, вы можете и существующие уже у вас курсы загружать, как я уже говорила, в систему. А главное, чтобы формат скорым пакетов поддерживался. Вот. Ну, соответственно, каждый новый разработанный курс загружаете. Сколько пользователей поддерживает? До 1500 пользователей одна лицензия. Так. Ну, я вижу, сейчас вопросов еще нет. Так, возвращаясь к вопросу от Алексея, интеграция с кадровой системой. То есть, повторяюсь, требует дополнительного уточнения, но фактически, да, она хранит в себе FIO и email. Тогда, коллеги, спасибо вам большое за вопросы. Контакты все будут в конце. Я обязательно свяжусь со всеми участниками вебинаров, мы еще сможем в индивидуальном порядке обсудить ваши вопросы. Ну, давайте скажу несколько слов о компании «Системный софт». Спасибо большое, во-первых, всем посетителям вебинара. Значит, компания «Системный софт», сотрудником которой я являюсь. Мы на рынке с 2008 года, то есть в прошлом году компания отпраздновала десятилетие. Мы номер два в России по объему поставок программного обеспечения в рейтинге CNews. И у нас огромный каталог программного обеспечения. Можем поработать с вами в самых разных направлениях. Мы входим в топ-5 самых быстро растущих IT-компаний, также по данным CNews. Что касается информационной безопасности, у нас в компании есть отдел информационной безопасности, который занимается внедрением средств защиты информации. Мы предлагаем самые разные комплексы услуг, начиная от аудита и консалтинга в области ИБ, обеспечения требований соблюдения законодательства в области информационной безопасности, тесты на проникновение, анализ рисков, внедрение решений о целевых атак. Вот немножечко тоже промотаю. Мы внедряем решения по защите инфраструктуры, умеем внедрять специализированные аналитические решения. Ну, будем с вами рады поработать и оказывать вам полный комплекс услуг по информационной безопасности. Перечень этих услуг вы обязательно получите вместе с рассылкой с материалами по итогам нашего вебинара. И вот ниже контакты нашего отдела информационной безопасности есть вот отдельный email-адрес infosec@sysoft.ru, телефон, звоните, пишите, будем рады с вами поработать. И еще раз большое спасибо всем слушателям. Мои контакты здесь. Ждем еще несколько минут, вдруг будут вопросы, на которые мы в ходе трансляции сможем ответить. Ну, о коммерческих предложениях, конечно, правильный вопрос. Поговорим, когда свяжемся с вами по итогам вебинара, обсудим обязательно. Не уверена, что просто в открытом доступе можно озвучивать. Да. Да, это ответ на вопрос, оказываете ли вы услуги по сертификации рабочих мест по 152 ФЗ. Оказываем такие услуги. Я контакты ваши, Сергей, передам соответствующему специалисту, с вашего позволения.
Видимо, да, видимо, завершаем. Еще раз большое спасибо всем посетителям. Хорошего всем дня!